Здравствуй, Полтава. С вами я, Александр Демидович. Хотел сказать добрый день, не скажу. Недобрый день. Сегодня воскресенье, 11 сентября. Здесь была мемориальная доска, вот прямо за мной. Сегодня ночью здесь ее разбили. Разбили уже не первый раз, это второй раз. Первый раз не нашли, второй раз разбили. Я все время задаюсь вопросом, кому это надо? Кому это выгодно? Какой политической силе? Кому нужна дестабилизация, а кому нужно пиариться на чем-то? Не все так просто, не все так просто, не надо думать, что так кто-то пришел, да, какой-то сепаратист разбил. Нет, не так, я думаю. Всем здоровья!